Привет, народ! Сегодня мы будем делать укладку на Лулу из Лол. Вся фишка именно в больших кольцах сзади. Для этого нам понадобилось два парика длиною 100 см. Сетка, которую можно купить в стройматериалах, и проволока. Сетку нарезаем по нужной толщине и длине. После продеваем проволоку в сетку как нитку и закручиваем нужную нам спираль. Пароем на затылке все тресы с парика. Виски оставляем на месте, они нам пригодятся, но оставьте их максимально длинными. Трессы, которые мы отпороли, разъединить, не запутав, очень просто. Перед тем, как отпарывать трессы, вам надо расчесать парик, а после просто разъединять трессы руками. Также наматывать тресс на руку можно избежать лишней потери волос, когда вы их расчесываете. После мы отрезаем волосы, которые оставили на самом парике. Оставили мы их для того, чтобы потом спрятать все швы. Снизу эти волосы нам особо длинными и не нужны, потому можем отрезать их по максимуму, оставив сантиметра 2. Сразу же проклеиваем титаном срез на волосах. Так у вас волосы не рассыпятся и будут готовы новые трессы. Отрезаем волосы с макушки. Теперь мы берем спираль и обклеиваем волосами. Если у вас кольца прилегают плотно друг к другу, то внутри клеить не обязательно, но если что-то видно, то желательно проклеить. Если клеить волосы не проклеенные, то они разлетаются и путаются, потому для начала мы намазываем их полностью клеем по всей длине. Сверху на клеевой слой проклеиваем еще один, и пока они полностью не обсохли, вклеиваем вовнутрь. Так как у меня спирали вышли длиннее пряток, то в конце мы как раз клеим те самые трессы, что отрезали от парика. И вначале вклеиваем их под волосы первой прятки, чтобы все трессы шли в одну сторону.
Потом мы пришиваем в парик сетку для подъюбников, а после пришиваем на нее вручную или на машинке спирали. Верхние волосы надо будет обклеить по парику и пришитым спиралям, а концы мы обрезаем и залачиваем. Челку постригаем нужной длины и укладываем. Передние пряди мы просто можем закрутить с помощью кипятка и фольги. Вес распределился по спиралям и парик не перевешивается назад. Надеюсь, это вам было полезно. Оставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться.